эфире «Голос Крыма», в студии Екатерина Некречия. И представлю сразу мою гостью, Тамила Ташева, правозащитница и соучредитель общественной организации «Крымсос». Здравствуйте, Тамила. Ну и я уже вас так перед эфиром поздравила, потому что вы, по-моему, сразу в момент, как только депутаты проголосовали за закон 2166, вы тут же написали это в своем статусе в Фейсбуке, и волна такого радости, она распространилась. Это точно, да. Потом меня отмечали еще во многих постах в Фейсбуке. Да, на самом деле большая радость была, что наш законопроект, над которым мы работали долгое время, 2166, наконец его вчера поставили на голосование в Верховной Раде. Его очень хорошо, 243 голоса было за этот законопроект, хотя эпопея, действительно, перед эфиром говорила об этом, длилась очень долго, фактически с декабря еще прошлого года. И сначала мы его внесли в парламент в феврале 2015 года. Первое чтение он прошел в мае, и вот только через какой период, уже фактически огромный, почти через полгода, он был поставлен на второе чтение, да, и был проголосован. Ну, почему радуются правозащитники, и что же изменилось с этим законопроектом, с этими принятыми правками? Я думаю, что мы в этом и будем пытаться сегодня разобраться. Для начала посмотрим сюжет наших корреспондентов и потом обсудим в студии. Переселенцам из Крыма из зоны АТО упростили процедуру оформления своего статуса и освободили от необходимости доказывать его в государственных ведомствах. Парламент Украины во вторник принял во втором чтении закон номер 2166, который значительно упрощает процесс интеграции в украинское общество тех, кто вынужден был покинуть свой дом. Документ, напомним, был внесен в парламент еще в феврале, однако несколько месяцев лежал в комитетах и был принят в первом чтении только летом. Авторы законопроекта несколько месяцев добивались включения документа в повестку дня пленарных заседаний для окончательного утверждения во втором чтении. Однако всякий раз слышали различные причины отсрочек. Одной из них, по словам Григория Немыри, например, стало то, что содержание законопроекта не соответствует тематике нынешней пленарной недели, которая посвящена либерализации действующего законодательства для введения в стране безвизового режима. Чи не буде одним з аргументів за або проти надання України безвізового режиму стан ситуації з внутрішньопереміщеними особами, яких вже більше полутора мільйонів? На моє переконання, законодавче забезпечення, гарантія інтеграції, забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб має пряме, безпосереднє відношення і до такого питання, як перспектива безвізового режиму для громадян України. Тому що внутрішньопереміщені особи – це громадяни України. Еще одним аргументом длительной отсрочки принятия законопроекта, по словам его авторов, было то, что документ не входит в пакет реформ, которые необходимо провести в стране для ее евроинтеграции. Депутат Валерий Пацкан с этим не согласен. А ситуацию с отсрочкой принятия законопроекта связывает с тем, что многие его коллеги по парламенту просто недооценивают важность упрощения процесса интеграции переселенцев в украинское общество. Багато хто, на превеликий жаль, не розуміє проблематики. Ніхто не може перенестися у світ тих людей і зрозуміти, що зараз їм необхідна, конче необхідна допомога. Якщо б ще уряд в ідеалі так відпрацьовував свої завдання, тоді я думаю, що проблематика вимушено переселених осіб в Україні поступово зникала. Законопроект номер 2166 разрабатывается вместе с общественными экспертами и призван значительно упростить жизнь переселенцев. Теперь, чтобы доказать свой статус, не обязательно будет иметь соответствующий штамп с регистрацией в паспорте. А справка переселенца становится бессрочной, и ее не нужно подтверждать штампом миграционной службы. Законопроект также обязует Кабмин создать единую базу данных внутри непремещенных лиц, чтобы им не приходилось больше доказывать чиновникам свой статус. Ликвидация этих унизительных процедур и минимизация бюрократических проволочек крайне важны для обеспечения прав переселенцев, отмечают правозащитники. З початком перемир'я і умовно люди, які повертаються на схід України, повертаються в Крим, часто вони це роблять не тільки через те, що там вже все добре. Часто вони повертаються саме через те, що вони не змогли реалізувати свої права на місці переселення. Ми повинні відноситися до них з деякою преференцією, надавати не тому, що ми хочемо дискримінувати всіх інших жителів країни, а тому, що, я вважаю, не можна покарати людей 10 разів за те, в чому вони не винні.
Вместе с тем, один закон 2166 не способен кардинально изменить к лучшему жизнь переселенцев. Для их успешной интеграции на новых местах жительства необходимы и другие изменения. И наработки для законодательной базы этих изменений уже готовы. Однако они продолжают лежать в комитетах парламента. Мы нарахували 5 нагальних законопроектов, что стосуются прав и свобод внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки парламенту, але, на превеликий жаль, не знаходять свого місця в робочому графіку Верховної Ради. Эти 5 документов касаются насущных проблем переселенцев из Крыма и зоны АТО, реализации их прав наравне с остальными гражданами Украины, в том числе и имущественных, которые были нарушены в результате российской агрессии. В нашей студии Тамила Ташева, как раз одна из тех, кто работал над правками к законопроекту 2166. Ну вот то, что было сказано, ни о чем не забыли наши корреспонденты. Мне кажется, не забыли, но очень важно, что в законопроекте было, так это предоставление возможности быть переселенцем не только гражданам Украины, но и лицам без гражданства, и иностранным гражданам, потому что таких переселенцев на самом деле, особенно с Востока, да и в принципе из Крыма, тоже достаточно много людей, которые имели либо получали, к примеру, статус гражданина Украины, да, но не успели в связи с аннексией получить. Это очень активно касается граждан Узбекистана, к примеру, да, в частности, крымских татар, которые когда-то выехали из Узбекистана и проживали на тот момент в Крыму. Они не успели получить статус гражданина Украины, соответственно, те документы, которые у них были, они чаще всего не успели продлить, да, как виды на жительство или еще что-то такое. Соответственно, они, переехав сюда на материковую часть, могли не претендовать на этот статус. Либо то же самое касалось, к примеру, студентов из африканских различных стран, да, которые действительно тоже являлись переселенцами, фактически, да, де-факто, но де-юре они не могли получить такой статус. И это как раз-таки одна из тех правок, на которых очень сильно настаивали международные организации. Еще одна очень важная правка, которую мы вносили, это то, что благотворительная международная техническая помощь, она не должна облагаться налогом, да, потому что сейчас, к большому сожалению, она на самом деле облагается налогом, и та как бы гуманитарная помощь, которая идет, за нее приходится еще платить налоги какие-то. И еще очень важный вопрос, вы о нем частично в сюжете коснулись, то, что действительно справка, она теперь бессрочная, да, то есть ее не нужно обновлять каждые полгода, как это было до этого момента. И вопрос доказательства того факта, что ты что ты являешься переселенцем. Да? То есть ты теперь можешь принести любой документ, к примеру, распечатку каких-то фотографий, там, не знаю, страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, что ты на тот момент проживал на территории Крыма. Да? Потому что раньше доказательством факта того, что ты являешься переселенцем, была прописка или регистрация, да, если по-новому говорить. Вот. А теперь можно принести трудовую книжку, можно фотографии подложить, еще что-то. Да? То есть спектр этих вот доказывающих документов он расширился. И поэтому таким образом упрощается процедура. Поэтому нам, как для правозащитников, общественных деятелей, которые непосредственно работают с переселенцами, этот закон был действительно важен, потому что он упрощал определенные процедуры, которые мешали полноценно интегрироваться и получать там тот же статус переселенца для них. Потому что были какие-то такие вот бюрократические проволочки, которые были не урегулированы предыдущим законом, потому что тот тоже принимался в попыхах фактически, да, и те правки, которые там мы давали в первой версии закона, они тоже не были все учтены, и сейчас мы просто этот процесс урегулировали. Тамила, я вот так как у меня там и подписано на правозащитников в друзьях, правозащитники ваши коллеги, то, конечно, позицию и эту радость по голосованию этого законопроекта разделяю, да, но вот люди, переселенцы, которые обращаются со своими проблемами, какая у них реакция вообще на все это, и конкретно когда им это в их ситуации поможет, когда это начнет все действовать, и когда тоже они начнут радоваться не просто декларативно, что случилось, проголосовали, да, а когда они это почувствуют. На самом деле, те вопросы, которые возникают чаще всего у переселенцев сейчас при регистрации, да, то они решаются очень часто в частном порядке.
Да, то есть приходит человек, он говорит о том, что вот я не могу зарегистрироваться по каким-то причинам, там юрист, там наша организация, либо какую-то другую организацию, он идет, сопровождает этого человека, либо дает какие-то наставления, да, о том, что там, к примеру, пусть вам департамент социальной защиты откажет письменно в том, что они не хотят вас регистрировать. Mm-hmm. Как только вы говорите такое очарующее слово, скажите мне, откажите мне письменно в регистрации, почему-то сразу этого человека начинают регистрировать. Да, для того, чтобы вот не было вот таких вот человеческих моментов, да, когда, с одной стороны, сотрудник департамента входит в ваше положение, вас там спокойно регистрируют, да, вот, а с другой стороны, может не войти в ваше положение, вас не зарегистрируют. И поэтому, чтобы такого не было, действительно, этот вопрос нужно было урегулировать. Но вы правильно сказали, что пока еще они этим полноценно воспользоваться не смогут, потому что, по крайней мере, президент не подписал. И, конечно же, мы, как общественные деятели, мы завтра будем, мы будем вот днями, да, давать пресс-конференцию и говорить о том, что просить президента, чтобы он все-таки подписал этот закон, чтобы он побыстрее у нас вступал в действие. Кроме этого, там есть ряд подзаконных актов, которые тоже нужно будет урегулировать. И это как раз-таки вопрос Кабинету министров Украины, потому что, к примеру, там создается информационно единый реестр не избирателей, а переселенцев, да, и этот вопрос тоже нужно урегулировать со стороны Кабинета министров, потому что это возложено на, как раз-таки на Кабмин. Поэтому есть еще ряд вопросов, которых нам нужно довести до конца, но я более чем уверена, что президент, он услышит 1,5 миллиона людей, которые внутренне переместились в стране, и все-таки подпишет этот закон. Я не думаю, что будут какие-то препятствия к тому, чтобы он подписал его. Поэтому пока они еще полноценно, конечно же, не вступят в силу, но я думаю, когда закон вступит в силу, то, по крайней мере, по вопросам регистрации все намного упростится, чем это было раньше. В нашей студии вчера вечером был ваш коллега Борис Захаров, и он, конечно, тоже радовался и говорил, что это, в принципе, уже совершенный такой законопроект, совершенное законодательство. И в связи с тем, что вы сказали, как работают ваши юристы, которые за ручку берут переселенцы и помогают ему это все оформить или подсказывают, то действительно ли все так совершенно, как кажется, когда этот закон заработает? И не боитесь ли вы, что юристам КРМСОС нечем будет заняться? Мы не боимся, вот, потому что всегда бывают какие-то проблемы, вот, особенно они касаются, к примеру, вопросов доказательства фактов смерти и рождения на оккупированных территориях, да, и мы сейчас активно работаем в судах, когда мы подаем эти иски, но опять-таки это нужно вести другую адвокационную кампанию, чтобы все-таки этот процесс доказательства фактов смерти и рождения был намного проще для людей с оккупированных территорий. Ну, это как бы, да, отвечая на вопрос, боимся мы или нет. Ну, я, к большому сожалению, я предполагаю, что работы в любом случае хватит, но я не считаю этот закон полноценным, и есть моменты, которые до сих пор необходимо будет дорабатывать. Например? Например, сейчас я вам прям сразу не скажу, да, но мы с юристами, когда обсуждали, что вот закон приняли, да, как он будет действовать, просто нам нужно будет понять, как все те нормы, которые мы прописали, как они будут действительно работать вживую, потому что мы это поймем только после того, когда он заработает, он вступит в силу, он будет опубликован и так далее, когда будут даны определенные разъяснения Кабинетом министров Украины, да, Департаментом социальной защиты населения о том, как этот закон должен работать, потому что вы же понимаете, что принят законодательный акт, да, есть другие акторы в этом всем процессе, есть Министерство социальной политики и департаменты соцзащиты в регионах, которые непосредственно осуществляют регистрацию в регионах. И им, конечно же, нужно сделать разъяснение. Ну, вот так вот у нас работает бюрократическая машина, что сотрудники департаментов соцзащиты, они не читают законы на сайте Верховной Рады, либо там после их опубликования, и они не понимают, что это должно заработать вот именно таким образом. Соответственно, Кабинет министров, либо министр социальной политики должно делать разъяснение для них всех. И после того, когда мы проведем мониторинг того, как это все работает, мы поймем, все ли уже хорошо, да, обращаются к нам до сих пор люди или нет. Но я хочу сказать, что за последнее время, вот за 1,5 года, как мы работаем, стало обращение намного меньше все-таки, да, то есть что-то делается и делается в позитиве, да, с государственными органами власти. То есть намного раньше намного хуже все было. Ну, плюс работают еще ваши разъяснения, которые, конечно, там можно, да, инструкции, которые можно найти и
воспользоваться. Ну, и люди действительно, вы правильно сказали, что как объяснить людям, как это будет теперь работать. На самом деле теперь будет большая с нашей стороны информационная кампания по разъяснению всего того, всех тех изменений, которые произошли. И еще одно, кстати, важное изменение было, что не нужно будет теперь представлять в справочку о переселенце на обратной стороне штампик миграционной службы. Да, это очень важно, потому что раньше с этим было множество проблем, были с этим связанные проверки людей, которые проживают, да, потому что, к примеру, есть же такая ситуация, ты хочешь получить помощь на переселенца, да, ты, к примеру, живешь в этом городе, но ты боишься назвать адрес арендованной квартиры, а называешь, к примеру, адрес там друга, да, друг работает на протяжении там, с 9 до 6, и чаще всего миграционная служба приходила там время, конечно же, рабочее свое, да, и могло отметить, что да, этот человек не живет здесь по этому адресу, вот, и поэтому там, мы его лишаем этого пособия. И это тоже очень плохо. Даже можно жить по своему адресу, но не быть дома, там, работать, куда-то уехать, да, и миграционная служба может сказать, что вы лишаетесь вот этого вот статуса. Поэтому это очень плохо, и то, что эту норму убрали, это тоже очень большой позитив, мне кажется, ну, переселенцы действительно оценят. Это, Мила, не могу в этот день, 4 ноября, не поговорить с вами о национальном таком празднике, да, который отмечают сегодня в Российской Федерации, но и учитывая, что Крым под контролем Кремля, и в Крыму отмечают это все дело, да. Но вот как именно прошел на оккупированном полуострове этот день национального единства, мы сейчас посмотрим, потом обсудим, что же это такое. На оккупированном полуострове сегодня выходной. 4 ноября в Российской Федерации празднуется так называемый День народного единства. Праздник этот был учрежден федеральным законом о днях воинской славы России еще в декабре 2004 года. Второй раз после аннексии Крыма Россией его жители не ходят в этот день на работу и на учебу. Накануне мероприятия на торжественном заседании Госсовета так называемые руководители Крыма выступили советско-паркетными патриотическими речами по случаю торжества. Крымчан поддержала вся многонациональная Россия. Крым стал символом народного единства и российской государственной идеи. И сегодня мы ощущаем огромную поддержку президента и правительства нашей страны, всего российского народа. А вот так называемый спикер Крыма Владимир Константинов в своей поздравительной речи говорил не о празднике, а, как это ни странно, об Украине и о светлом, но далеком будущем полуострова. Нам с вами предстоит упорный труд по созданию в Крыму полноценного, процветающего, экономически эффективного российского региона. По мере того, как мы приступаем к осуществлению программы экономической модернизации республики, выясняется, что расстаться с украинским прошлым так просто и безболезненно, как бы нам хотелось, не получается. С утра на главных пропагандистских каналах россиян гипнотизируют видные деятели культуры и искусств, убеждают граждан необъятной во имя страны жить в трудностях и терпеть. У нас на дворе нелегкие времена, у нас кризис, нам трудно, уменьшается достаток. Конечно, это очень тяжело, а посмотрите, какие угрозы. И именно в это трудное время драгоценно наше единство, драгоценно наше братство. Россия – страна, которая соединялась в нерасчленимую общность именно в часы великих напастей и трудов. И сегодня мы не страшимся этих трудностей, не страшимся этих напастей, но соединяемся в наш государственный народный монолит. На самом деле День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически это связано с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Знают ли об этом крымчане, журналисты службы новостей «Волна» решили поинтересоваться на улицах Симферополя. 4 ноября – День единства, насколько я помню, в России. Ну, честно говоря, нет. Хотел узнать, но так и не залез в интернет. Многое означает. Я родилась в Крыму, так что, в общем-то, это для меня очень важно. Ну, все. Что-то с историей связано. Что празднуют – это правильно. Это я вам точно говорю. А День единства – это... Я не знаю. Я не могу так вот ответить одним словом, если честно. День. Не солидарность, а как его? Потому что Россия празднует, и мы празднуем. Я не имею, честно.
Ну, в принципе, я только 1 мая, 9 мая приветствую, как бы остальное я не знаю. С 2014 года аннексированы Крым и Севастополь фактически находятся под контролем России и в ее правовом поле. Однако 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, объявив общекрымский референдум 16 марта 2014 года нелегитимным. Тамила, вот к вам вопрос. Да, ну, конечно, интересно мнение крымчан, которых наши корреспонденты опросили на улицах, потому что получается так, что не все понимают, что, 4 ноября, значит, отмечают в России, ну, и в Крыму, и в Севастополе. А вот по вашему мнению, да, это что за день такой? Ну, на самом деле, это надуманный праздник, как по мне, да, потому что Российской Федерации сейчас ничего не остается, как заигрывать с населением, вот, как проживающим сейчас в Крыму, так и с тем населением, которое проживает на всей остальной территории России, да, потому что с их телеэкранов звучат как раз-таки пропагандистские лозунги про какое-то единство, про русский мир и про все остальное, поэтому это, ну, как бы, как по мне, праздник, фикция, да, потому что дать людям очередной день выходной для того, чтобы они, я не знаю, что они будут делать в этот день, потому что, к примеру, в Крыму сейчас внедряются и другие праздники, которые там в Украине когда-то там не вводили, к примеру, этот праздник, который сейчас они ввели, День этого национального единства, он, возможно, имеет какое-то отношение к Российской Федерации. Например, праздник Курбан-Байрам, который они ввели, да, он для крымских татар очень важен на самом деле, да, для мусульман, и украинское государство никогда этого не вводило, но почему-то россияне взяли это сделать. Для чего это сделали? Крымские татары прекрасно понимают, для чего, да, потому что их на фоне всех репрессий, которые там происходят, захваченной территории и так далее, их пытаются каким-то образом вот якобы подкупить или что, я не знаю, сделать. И крымские татары это прекрасно понимают. Почему не понимает население, которое проживает на территории Крыма, то, что с ними просто заигрывают, их просто обманывают, для меня до сих пор непонятно. Ну, а нет ли здесь угрозы вот того, что благодаря вот таким вот, пусть и надуманным, но праздникам, это же выходной день, а что можно делать? Может, телевизор посмотреть, какой там парад, какие торжества, концерты происходят, да? Оно приблизит больше, может быть, ментально жителей полуострова к ощущению себя вот в этой большой, значит, Российской Федерации, да, и это будет отдалять, опять-таки, их от Украины. Мне кажется, не особо приблизит, потому что, учитывая вот то, что говорили люди, да, и комментировали, как они воспринимают этот праздник, они, в принципе, не знают. Ну, выходной и выходной, да, ну, какой-то вот, да, мы вроде как вместе с Россией и так далее. Мне кажется, если бы Россия действительно реально хотела бы приблизить население Крыма, эту территорию вообще к себе, то она бы не предпринимала тех мер, которые она предпринимает. Она действительно бы отвечала за все обязательства, которые, по идее, ею были взяты. Да? К примеру, неподготовка к отопительному сезону. Мне кажется, что люди были бы более счастливы, если бы в их домах было бы тепло, если бы они получали качественное медицинское образование, не образование, а услуги, если бы у них цены на продукты не были такими, ну, такими заоблачными на самом деле, да, если бы у них была бы достойная заработная плата, если бы тех пенсионеров, которые живут на территории Крыма, их бы не обманывали, да, потому что если у них в марте, там, в мае были большие пенсии, я не так давно разговаривала с людьми, с пенсионерами из Крыма, там, с разными, да, людьми. Вот. И мне говорили о том, что те люди, которые переоформили пенсию с украинской, да, на российскую, так называемую, в начале периода оккупации, то они действительно получили хорошие выплаты, и сейчас их продолжают получать. Mm-hmm. Сейчас те люди, которые вот сейчас начинают получать пенсию, оформлять ее на данный момент, то они получают на самом деле очень маленькую пенсию. Те люди, которые проработали 30-35 лет,
часто, они получают не зарплату, а пенсию куда меньше, чем получали те люди, которые там проработали 20 лет. И это возмущение, оно будет нарастать. Поэтому то, что наигранный какой-то праздник они внедряют, да, ну хорошо, человек отдохнет. Но если бы они отдыхали в теплых квартирах с хорошим, там, я не знаю, праздничным столом, я думаю, они были бы куда более радостными. А это интересный взгляд. Как вы общаетесь с этими людьми? Ну, нам же до сих пор многие пишут, да? Да, нам до сих пор очень многие пишут. Мы сами как бы связываемся с людьми. Ну, в конце концов, у меня все мои родные и близкие живут на территории Крыма. Они не выехали, это принципиально их позиция. Поэтому, конечно же, я знаю всю ситуацию, которая там происходит внутри. Я очень со многими людьми общаюсь, потому что если бы я не могла общаться с людьми, я бы не знала всего того, что там происходит. Да, к сожалению, я там не нахожусь, я не могу туда ездить. Вот, однако, ну, ситуацией я, конечно же, владею. Ну, интересно, что пишут жители, да, они звонить, наверное, могли бы, хотели бы, но это сложнее, потому что разные мобильные операторы, и это дорого, это роуминг уже. Но вот с жалобами больше, с, может быть, просто выговориться хотят или помощь какую-то хотят получить? Кто-то за помощью обращается. Вот все вопросы, которые касаются въезда-выезда на оккупированную территорию, все вопросы паспортных документов, да, фактов рождения и смерти, выезда ребенка с оккупированной территории и так далее. Когда человек понимает, что ему необходимо осуществить все эти процедуры, то, конечно же, они обращаются всегда в юридическую приемную. Чаще всего пишут просто либо на e-mail, либо пишут на страничку в Фейсбуке, да, то есть по-разному. Mm-hmm. Либо просто меня лично там слышали, знают, они пишут мне, я их уже перенаправляю на кого-то. Есть люди, которые просто звонят на Viber, да, и, ну, как бы, ничего не остается. Правда, в свете последних событий, что сервера Viber перенесены в Россию, я думаю, это тоже будет очень небезопасно. В нашем херсонском офисе работает Skype, да, приемная. То есть, когда люди могут просто позвонить на Skype и всегда получат консультацию. Поэтому все по-разному. Спасибо за то, что к нам пришли, Тамила. Много полезной информации. Тамила Ташева, соучредитель общественной инициативы «Крым СОС» в нашей студии. Говорили мы о нескольких темах. Ну и, конечно, будем продолжать о них говорить. Вопросы есть, проблемы еще существуют, нужно как-то решать и коммуницировать, не без этого. Это был «Голос Крыма», оставайтесь с нами.